Здравствуйте, дорогие. Я не успела пройти 5 минут, как я уже тут, как тут, с передачей о совершенно обалденном человеке, живой легенде Адриано Челентано. Я не знаю, есть кто-то на свете, что о нем не слышал, но я вам говорю, что этот мужик меня просто удивляет, ошеломляет. То есть, мало того, что он певец, актер, я знаю, композитор, владелец заводов, газет, пароходов, он еще и просто-таки потрясающий эпатажник, он еще и специалист по саморекламе. Вы меня извините, так поднять себя из нуля, как это сделал Челентано, так поднять себя несколько раз из полного, не будем говорить этого слова, с самого низа и снова взлететь наверх и снова стать жутко популярным, это не всякому удастся. Человек – атомная бомба. В нем столько энергии, что когда огромные залы приходят на его живые концерты, публика неистовствует. Так вот, у нашего Адриано есть маленькое хобби. Знаете, какое? Он так и любит чинить часы. Он так и у нас часовщик. Вот все, что он делает дома. Это, у него есть еще куча. Он хорошо готовит. Настолько хорошо готовит, что его фотографии и рецепты были постоянно в женских журналах. Представляете, Челентано с фартуком в женских журналах. Он прекрасный отец, он замечательный муж. Одновременно с этим он очень активный ходок. Но Клаудио Мори, его супруга, она женщина очень умная. И она знает четко, где прощать, где не прощать. То есть кого-то она ему каждый раз вспоминает и грозит пальцем, типа «но-но-но». А кого-то она забыла благополучно, потому что ей это неудобно и невыгодно. Челентано, как и положено хорошему папочке, он продвигает своих детей. Например, дочки у него и танцуют, и поют, и даже киноактрисы. Сын у него телеведущий, и тоже танцор и актер. Имен называть не буду, рекламировать никого не буду. А вот сам Челентано, он, конечно, нечто. 41 фильм. И это, между прочим, если учесть, что он уже так и давно не снимается. А почему он не снимается? Его спросили. Он сказал: фу, надоело. Не хочу сниматься во всяком дерьме, чтобы потом люди говорили, что вот Челентано голодный и поэтому влез в этот дрэк. Лучше пусть они помнят, в каких классных фильмах я снимался. Вот в этом высказывании весь Челентано. Кстати, он организовал свой сайт, у него есть официальная страница на Фейсбуке. И что интересно, у него так и есть свой канал тут на Ютубе, вы представляете? Он сам, он выкладывает свои записи новые. Недавно я наткнулась на совершенно потрясающую запись. Вещь, которая называется «Ломфардия», она на неделю стала моей любимой. Вот так. Вот такой у нас Челентано. Всем пока-пока!